Двусторонние отношения Беларуси и Украины, будущее Киева в СНГ и конфликт на востоке страны. Эти и другие вопросы глава белорусского государства сегодня обсудил с экс-президентом Украины Виктором Ющенко. Разговор был предельно открытым и искренним. Александр Лукашенко и Виктор Ющенко часть беседы посвятили ревизии отношений, которые сложились между странами за время президентства политиков. Виктор Ющенко отметил, что в его понимании двусторонние отношения с Беларусью всегда были идеальными и на политическом уровне, и на народном. Одним из приоритетных вопросов остается разрешение ситуации на востоке Украины. О том, как эти события в том числе повлияли на Беларусь, Александр Лукашенко откровенно рассказал Виктору Ющенко. Деловые круги Беларуси и Франции обсудят возможности расширения сотрудничества. Минск в конце октября примет 5-й по счету бизнес-форум двух стран. Компании поделятся опытом реализации совместных проектов. Также запланированы встречи с руководством столичной мэрии, переговоры в формате B2B. Гости посетят регионы Беларуси. Взаимный товарооборот с начала года увеличился примерно на 13%. Наша страна заинтересована активизировать с Францией инвестиционное сотрудничество. В Минске состоялась встреча наблюдательного совета детского Евровидения 2018 для телепрофессионалов из Великобритании, Германии, Мальты, Нидерландов, Италии, Грузии, России, а также исполнительного директора Евровидения Ион Оласанду прошла презентация предстоящего шоу. Команда Белтелерадиокомпании рассказала обо всех этапах подготовки от церемонии открытия до социальной программы для участников. Беларусь уже во второй раз примет детское Евровидение, которое состоится 25 ноября в Минск-арене.